Мы не слишком близко уже друг к другу? Сейчас возможно. Опа. Ух, бля. Ебать, он сильный. Ебать, он прям хуер. Он очень хочет, понял, вырвать тебе руку просто. Нихуя не понимаю. Дамы и господа, немножко вас приостановлю. Многие спрашивают, как научиться бороться, как тренироваться, как вообще войти в этот ритм армрестлинской жизни или рутины, как для меня уже 10 лет подряд. Есть BlueInfo. На BlueInfo представлено 4 курса. Есть курс с резиной, чтобы можно было тренироваться где-нибудь в поездках, либо если ты только начинаешь, можешь его взять. Есть курс с гири, если у твоего бати либо деда завалялась дома гирька 16-32, да любая, можешь также приобретать и прокачать свое тело. Также есть курс по обучению технике борьбе, мы там представили 4 техники борьбы: верх, крюк, бок, клюшка. Объяснили все минусы, все плюсы, короче, все разобрали, чтобы было всем понятно и всем доступно. Также есть курс по большим предплечьям. Мое самое любимое мясо. Поэтому ссылка в описании. Залетайте, давайте тренироваться вместе. Забыл. Одежда. Блудшоп в описании. Рукосечка 69. Не забывай про резину. Готовится куча всего. Ну, короче, что я рассказываю? Ссылка в описании. Продолжаем. На канале Акима 69 мы приехали в Великий Минск, Беларусь, в гости к приятному Ильдару. Это ко мне, привет всем. Ильдар, представься. Да, меня зовут Ильдар, мне 11 лет, я пошлый, и я ждал этого парня здесь для того, чтобы продемонстрировать свою нереальную силу. Все просили, в особенности женщины, чтобы Ильдара проверили где-то. Просто проверили, развернули. Глубоко в душе этого хотели. Да, глубоко внутри. Ильдар сам армрестлингом не занимался. Но руки у него есть, типа, значит, можно подержаться. Это так работает. И так как я обычно езжу по всяким блогерам и проверяю, и говорю потом свою оценку, кого он заборит, а кого нет. Хочу Клэп могу забороть на руку. Машу Вейбу. Техники Ильдара нету. Сломать Ильдара я не хочу, травмировать тоже не хочу. Поэтому здесь я, чтобы сломать. Поэтому мы сначала просто посмотрим, постоим, посмотрю на его технику, его понимание, чтобы он просто немножко потехничил. Это я, да. Профессиональный армрестлер перед вами. А потом я вдруг скажу, есть ли у него старт, может резкость, может пальцы у него доминируют. Я хорошо работал руками раньше. Может член большой, ну не знаю. Сейчас будет мечта любого школьника подержаться за Акимбо немножко. Так, значит, мне надо тебя туда вороть правый. Нет, тебе нужно вот сюда. Он как в пранках наших, понял? Да. Хочешь, я хочу можешь? Как крутой. Как крутые обычно борются. Ты вот Игорь так. Крутой. Все. Тебе кепка еще нужна. Все, супер. А можно ногой вот так делать? Нужно, наверное. Если не так. Лучше упрись дома. Вперед. Нет, ладно, я не хочу так делать. Упрись ногой типа вперед. Это я близко. А мы не слишком близко уже друг к другу? Сейчас возможно. Опа. Да, а вот это мне уже нравится. А то, что мы не размялись, это нормально, да? Так должно быть? Мы профессиональные. Все, я профессиональный спортсмен, ребята. Вот такой вот, ага. Мне сейчас Макс тебя разомнет. Понял. Сейчас разомни меня, пожалуйста. Ты приближаешься, встаешь как крутой. Угу. И вот так, да? Вот. Но не вот таким движением, а смотри. Ты сохраняешь треугольник. Ага. И в этом треугольнике ты падаешь. Я сохраняю... Вот уже более-менее уже лучше. То есть ты работаешь с телом, да? Нихуя не понимаю! Ребята, я уже не в первый раз рекомендую играть со мной в крутую онлайн-игру Arizona Mobile на основе GTA. На данный момент перепробовал множество работ. Грузчик, таксист, дальнобойщик. Также просто исследовал этот прекрасный мир Arizona и искал новые знакомства. Из последнего, что случилось, встретился с моим подписчиком. Тебе привет, если ты это вдруг смотришь. Прокатились на его новой тюнингованной тачке. Качество шикарное, но еще и мир Arizona просто восхищает. И не просто так сижу за компьютером, ведь в Arizona можно играть как на телефоне, так и на компьютере. И в скором времени буду играть в Arizona уже в прямом эфире. Скачивай игру по ссылке в описании, вводи промокод Акимбо, получай приятные бонусы, хорошей игры, а мы продолжаем. Ты типа все вместе, ты стягиваешь и рукой, и всем остальным. И видишь, у тебя здесь как раз таки за счет того, что ты руку держишь, у тебя здесь создается уголочек, который тебе комфортно падает. Но главное это типа не раскрываться, понял? Слишком много информации, брат. Не раскрыться, понял, чтобы вот не умереть, короче. Что реакции проще снимать, по-моему. Ну да. Есть такая штука важная, отведение. Ты, короче, вот так натягиваешь. Да. Натягиваешься. И отсюда уже стартуешь костяшками вон туда. Дай чуть-чуть давление мне на палец. Чувствуешь, куда у меня рука идет? Нет. Нет? Вот, да. Блин, рука напрягается.
Так должно быть? Да, должно. Да, типа это спорт, понял, бро? Бля, тяжело, я уже мокрый. К сожалению, к огромному. Бля, тяжело. Приходится чуть-чуть напрягаться. Я пиво люблю пить. То есть ты натянул. Так. Еще очень важно, понял? Ты стараешься не раскрывать вот эту пиво. Ты его собрал аккуратненько, он у тебя типа в одном положении остается. И ты вместе с ним. А вот так это надо делать. Вот. Вот сейчас хорошо было, кстати. Я сейчас буду сравнивать. Чем, блядь? Сейчас мы скажем, кого он видит. А что надо делать? Просто туда, типа? Вари мне. Теперь дай чуть-чуть ему. Чуть-чуть посильнее. Вот. Я пока прощупываю твои мышцы. Нет, там... Нет, там есть. Там есть, там есть. Шутки шутками, мне как бы похуй, что я скажу. Так. Вот, поэтому я всегда говорю правду. Так. Если... Бочина у него нет, бицепса у него нет, но у него очень хорошая тяга именно самого угла, пронации, и у него пальцы держат. Второй части переходим, уничтожение, приятно. Да? Сейчас вспышка, вот, покажи, как будет вспышка. А что такое вспышка? Ну смотри, сейчас Макс будет с тобой стартовать, вот так, покажи вспышку. Я прям рестлера стесняюсь. Давай, ну вспышечку, смотри, сейчас, смотри, стой. Сейчас вы встаете, и Макс делает вот так, давай прям быстро. Ну флеш, который ты в Дубае делал. Блин, не, у меня сейчас... Давай. Смотри, вы, оп, вот так. Вы встаете, я Макс со всей дури тебе руку сломал, надо сделать. Да. Ну давай. Да не, мы шутим. Не, я что только за этим сюда приехал. Мы шутим. Не, ну ломай, что тут? Можешь так сломать. А, боремся на две руки. А, на две руки? Давай. Все. О, это нормально. Ты будешь сейчас двумя руками у нас. Хотя, в принципе, просто стартуй, когда удобно, или? Ёпты, неприятно. Ух, бля. Ебать, он сильный. Смотри, могу. На это предплечье просто. Ты поддался. Ебать, он прям хуел. Он очень хочет, понял, вырвать тебе руку просто. Ребята, как вы знаете, на протяжении года я уже пользуюсь спортивным питанием BigSNT. Благодаря ним мои связки в норме, я могу бороться каждый день, восстанавливаюсь. Тут есть любая продукция, хоть для набора массы, хоть для похудения, хоть для восстановления своих связок, что я очень обожаю. Вот это, вот особенности, вот эти вот две баночки, я их прям люблю. Поэтому я советую, все ссылки в описании, для удобства есть на маркетплейсах, а именно Wildberries. Что сказать? Продолжаем. Вот и проиграл Тима 69. У тебя две руки, кстати, и сильнее, чем его одна. Ну, бля, она такая сильная. Ну, я, бля, вешу много просто. Когда падаешь с массой, тогда, конечно, тяжело. Как тебе армрестлинг? Армрестлинг — это самое лучшее, что есть на планете Земля. Джон Берзенк, Алексей Воевода. Кто у нас еще там остался? Деван Ларат. Я вас жду. Один на один. Мы с вами скоро встретимся. Я кидаю вам вызов. В целом, на публичных мероприятиях всяких блогеров, и блогерш он может выстегнуть. Во! Это спасибо, это очень приятно. Да. Желаю тебе победить всех в мире. И самое главное — себя. А из-за того, что я с тобой недавно пообщался, я тебе желаю здоровья. Спасибо большое, реально, мне надо реально очень многое. Здоровья и денег. Ребята, я вспотел, короче. Смотрите ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на Инстаграм, на Телеграм. Пока.